Самоходная бензиновая газонокосилка Alco Comfort 46.0 SPB – это универсальное устройство 4 в одном. Косилка продается в объемной картонной коробке в почти собранном виде. Для подготовки к работе нужно, следуя инструкции, закрепить направляющие балку и рукоятку с помощью винтов, закрепить тросы стяжками, собрать пластиковый травосборник. Для компактного хранения ручка складывается, после чего устройство можно поставить вертикально. В газонокосилке используется бензиновый 4-тактный одноцилиндровый двигатель с воздушным охлаждением американской компании Briggs & Stratton. Перед первым использованием в картер двигателя нужно залить масло через специальную удлиненную горловину. В топливный бак нужно залить бензин с октановым числом не ниже 90. Для запуска двигателя используется система Prime and Pull. Нужно подкачать топливо праймером, прижать скобу безопасности к ручке и вытянуть стартерный трос. Отметим, что в двигателе реализовано верхнее расположение клапанов, что положительно влияет на экономичность расхода топлива. Для начала работ на газоне нужно выставить высоту кошения с помощью рычага центральной регулировки. Пользователь может толкать газонокосилку перед собой. Такой метод работ удобен при маневрировании. На прямых участках разумно использовать привод на задние колеса. Для этого нужно прижать скобу привода к ручке, и газонокосилка начинает перемещаться самостоятельно. Для прекращения движения нужно просто отпустить скобу привода, и косилка сразу остановится. Для выключения двигателя нужно отпустить скобу безопасности. Корпус газонокосилки выполнен из листовой стали. Особая форма деки способствует формированию усиленного воздушного потока, формируемого вращающимся ножом особой формы. Воздух работает как поршень, подхватывает скошенную траву и выносит ее по крутой траектории через выходной канал большого сечения. Эта технология получила название Max Airflow. В результате скошенная трава заполняет травосборник, начиная с его задней части. Благодаря этому не нужно отвлекаться и чистить выпускной канал. И самое главное преимущество – травосборник заполняется на 100%. Индикатором заполнения приемника для травы служит красный флажок. Поток воздуха держит флажок в поднятом положении. При заполнении травосборника поток воздуха прекращается, и флажок прижимается к корпусу приемника. Благодаря технологии Max Airflow приходится реже опустошать травосборник, экономя силы и время. Отметим, что газонокосилкой можно собирать опавшую листву или просыпанную срезанную траву с эффективностью садового пылесоса. Для опустошения травосборника нужно откинуть отражающую заслонку и извлечь приемник, после чего собранную траву можно высыпать в мешок или в компостер. Дека с режущим ножом расположены асимметрично, со смещением к левому краю косилки. Это сделано для кошения вплотную к забору или бордюру. Косить траву на газоне можно и без установленного травосборника. Отражающая заслонка прижимается пружиной к корпусу газонокосилки, поэтому скошенная трава выбрасывается назад и вниз. Если установить мульчирующую насадку, то срезанная трава дополнительно нарезается, чтобы процесс разложения ускорился. Мульча обеспечивает газону защиту корневой системы и естественное удобрение питательными веществами. Во время мульчирования можно установить модуль боковой разгрузки, после чего выброс мульчи будет производиться сбоку. Бензиновая газонокосилка Alco Comfort 46.0 SPB обладает длительной автономностью и высокой производительностью. При этом у пользователя есть полная свобода перемещения, что облегчается наличием привода на задние колеса. Если вам не нравится уровень шума бензинового мотора и нет желания возиться с заменой масла и заправкой топлива, то в ассортименте компании Alco есть газонокосилки с электрическими двигателями. Один из самых бюджетных вариантов – это электрическая газонокосилка Alco Classic 3.82SI. Устройство работает при подключении к розетке проводом, что накладывает определенные ограничения при перемещении. Зато нет выхлопных газов. Двигатель работает тихо, косилка весит немного, а значит, ею легко маневрировать. Устройство комплектуется пластиковым травосборником.
Для переноски газонокосилка снабжена ручкой, а для компактного хранения верхняя направляющая балка складывается. Газонокосилка Alco Classic 3.82SI спроектирована таким образом, что колеса находятся на одной линии с корпусом. Это позволяет скашивать траву вплотную к бордюрам, заборам и стенам. Полную свободу при перемещении обеспечивает аккумуляторная самоходная газонокосилка Alco 46.9LISP. Эта газонокосилка работает от стандартного аккумулятора системы Alco Energy Flex. Есть два варианта поставки – с аккумулятором и зарядным устройством, а также без них. Аккумуляторы системы Energy Flex используются в разнообразной садовой технике Alco, например, в триммере Alco GT4030, с помощью которого удобно подрезать кромку газона вдоль бордюров. Устройство комплектуется мягким травосборником с индикатором заполнения. Для переноски газонокосилка снабжена ручкой, а для компактного хранения верхняя направляющая балка складывается. Корпус газонокосилки Alco 46.9LISP выполнен из листовой стали, что увеличивает массу устройства. Но благодаря приводу на задние колеса работать с ней комфортно, а маневрировать легко благодаря большим колесам.